Вот у нас пруд, я туда заходить не стала пока. Этот он со своими детьми, куряками. Да, тюльпаш? Да, скажи. Вот это жена Ивана. Иван сам в домике, они уж с утра покупались. Плавали. Цыплята там подросли, у тюльпаши носятся. Павлинчики, индюшки. Все, у всех свои дела. Кто ест, кто гуляет, кто дерется. Кто что делает, короче говоря. Кто что хочет, тот то и делает. Лебедёшка дрыхнет тоже, чистил перышки. Курица, он с рыбой разбирается. Вот, сейчас орать начну. Всё, не кричите. Не кричите, отхожу. Так вот они охраняют территорию. Гусей можно брать вместо собак. Не всегда дадут знать, если кто-то идет.